Друзья, всем привет! Коротенькое видео, надолго не задержу. Последнее время мне все чаще и чаще задают вопрос, на что же я снимаю свои распаковки и обзоры? А когда я честно отвечаю, почему-то не верят. Так вот, свои распаковки я снимаю на камеру стоимостью 2 миллиона рублей. Вот на эту камеру. Это Sony PMW350, профессиональная камера формата XDCAM с передовыми смог-матрицами размера 2 третьих дюйма. Вес самой камеры составляет 3 килограмма, но это без навесного оборудования типа объектива, аккумулятора, света и так далее. Снимает она вот на такие флешки от Sony формата SXS. Камера куплена в 2012 году и сейчас ей уже 5 лет, и внешне она немного потерлась, так как снимаю я на нее по несколько раз в день, но на функционал это никак не влияет. 5 лет назад, когда ее покупали, стоила она, конечно, меньше, но с текущим курсом доллара стоимость самой камеры составляет что-то в районе 800 тысяч рублей, плюс объектив, штатив, всякие допы, итого на данный момент стоимость всего съемочного комплекта составляет примерно 2 миллиона. Вообще камера предназначена для профессионального телепроизводства или съемок кино, поэтому я подумал и купил себе вот такой вот Panasonic. Это модель V760 и, судя по ее характеристикам, данной камеры должно хватать для ведения канала за глаза. Так что теперь я верну на место Соньку и буду снимать распаковки вот на этот Panasonic. На этом все, если есть вопросы, задавайте, обязательно отвечу. Всем пока!